Псалом 58. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избав меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от встающих на меня, избав меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильно, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей избегаются, вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий, сил Божий Израиля, восстань, посетите народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, вот как псы ходят вокруг города, вот они изрекают хулу языком своим. В устах их мечи подумают они, кто слышит, но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня, притворит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умышляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их, сила твоя, не сложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да ловятся они в гордости своей, заклятва ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, да познай, что Бог владычит над Яковом до предела земли. Пусть возвращаются вечером, вот как псы ходят вокруг города, пусть броют, чтобы найти пищу, не сыты проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра прозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой в вечный день беса моего. Сила моя, Тебя буду воспевать, я и Бог, заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аминь.